Так. Приветствую вас, дорогие друзья, кто смотрит это видео. Меня зовут Лилия Донскова. Я бизнес-лидер компании Siberian Wellness. И у меня сегодня в гостях прекрасная, просто очаровательная девушка. Это партнер моей команды Инга Рочева. Инга, я вот единственное, что добавлю. Не я даже пригласила Ингу. Другой партнер, но это не важно. Когда мы в одной команде, мы все друг с другом взаимодействуем и поддерживаем на самом высоком уровне. Слушай, расскажи прямо в двух словах про себя и как ты пришла в компанию. Вот это интересно. Вот на что тебя позвали? Потому что я не знаю. Так, ну начнем с самого начала. Пришла я в компанию в марте 2023 года. Узнала я о компании еще лет так 10 назад, то есть в 2013 году, когда у нас был здесь мини-цок в городе. Тогда об этой продукции, о корне, первый раз я узнала о корне. Реально. Больше о продукции я ничего не знала. Но решила проэкспериментировать. То есть я работаю фармацевтом. В данный момент уже 4 года уже я в компании. В сетевой аптеке работаю. Позвала меня Мария Асанова и Людмила Сухарева. Ну, то есть я быстренько так влилась. Прошла обучение очень так быстро-быстро-быстро. Ну, то есть вот как-то так все налегке это все было. Создала свой клиентский чат в Вайбере и начала работать. Ну, то То есть есть ты вот взяла вот эту начала прям технологию, работать. именно вот работу с клиентским чатом. А почему ты эту технологию выбрала? Расскажи, интересно. Потому что я считаю, что вот в данный момент уже прошло почти 4 месяца. Я считаю, что это самая, наверное, лучшая технология, которая реально работает. То есть поначалу, да, я добавляла всех своих знакомых, друзей, коллег в этот клиентский чат, а в итоге теперь у меня активные покупатели клиентского чата — это те, которые уже просто зашли постепенно в мой чат, я их добавляла. То есть это уже как бы с развитием этого клиентского чата где-то вот с мая, май-июнь, вот самые такие. В марте у меня, конечно, выручка была небольшая, то есть 4 с лишним тысячи. Получила я свой первый чек. У меня не было бизнес-партнеров на тот момент. Были только зарегистрированные привилегированные покупатели. Все, больше никого не было. Ну и каждый день я веду свой чат, то есть люди читают, просматривают информацию, участвуют в различных розыгрышах, то есть в чате очень-очень-очень много розыгрышей различных, и они рады, то что они вот находятся в этом чате, получают информацию, я лично кому-то доставляю их заказы, то есть это все вот прям так круто, когда ты общаешься именно с человеком наяву. То есть вот я доставила, поговорила, люблю поговорить с каждым, то есть выяснить причины, нравится, не нравится, то есть отзывы, тут же отзывы, то есть реальные отзывы, да. Я поняла, что я развиваюсь, то есть несмотря на то, что я бизнес-тим 1000 уже 3 месяца подряд. Что значит бизнес-тим 1000? Ну, то есть это Какой это товарооборот. товарооборот? Вот какой у тебя товар? Товарооборот примерно 40 тысяч, если вот так вот судить. А так как я в прошлом месяце сделала 1500, то есть это где-то примерно 60 тысяч. Товарооборот товарооборот. одного чата. Плюс мой чек за прошлый месяц около 15 тысяч. Но у меня есть уже 2 бизнес-партнера постоянных. То есть они тоже растут вместе со мной, получают кэшбэк 25%, плюс сертификаты по клубу 200. Один из бизнес-партнеров у меня третий месяц подряд, наверное, она уже получает сертификат. То есть она рада, что она может бесплатно, практически бесплатно, то есть за 500 рублей она покупает любую продукцию. Ей им нравится. Второй бизнес-партнер у меня буквально с мая, то есть это ее второй сертификат. Я очень рада, у меня есть постоянные покупатели, то есть есть бизнес-партнеры, которые сами себе все заказывают. Я даже
уже не регулирую их товарооборот, можно сказать. То есть они просто такие вот прекрасные Получается, люди, тебе которых это я помню. нравится, да? Я вот чувствую, тебе самой нравится, у тебя прям глаза так горят. Классно. Слушай, ну это сразу такой вопрос. Ты сказала про товарооборот, да, что у тебя люди сейчас уже сами подключаются. А вот расскажи, вот лично тебе, вот ты когда пришла в команду, вот что тебе сразу прям понравилось? Что-то, может быть, что-то почувствовала? Вот вспомни свои первые впечатления. Как новичка, вот прям вернись в то время, когда ты новичок, никого не знаешь, и, по-моему, у тебя нет опыта в сетевом. Да, у меня нет опыта в сетевом. Я никогда не работала ни в одной сетевой компании. То есть для меня это был какой-то, не знаю даже, опыт, наверное. Я хотела получить опыт. Опыт в сетевом, которого у меня не было. То есть мне интересно учиться. То есть я учусь быстро, и я решила, что можно попробовать. Меня поразил в первую очередь масштаб. Когда я увидела чеки 1-2 апреля, когда стали выкладывать чеки за месяц, за март, у меня были такие большие глаза, потому что я не представляю, что можно столько заработать. То есть я решила, что а почему бы и нет, почему бы мне не попробовать. То есть я решила, что я тоже могу, и Какой каждый чек может. тебе больше всего понравился? Какой чек? Мне понравился больше всего наш дружный коллектив, наши девочки, наши бизнес-лидеры. Женечка Гасюкова, ты, Лилечка, это Аня Быкова. То есть вот все девочки очень такие дружелюбные, несмотря на то, что это твои непосредственные руководители, но это просто такая Не поддержка. руководители, нет, мы партнеры. Да, ты меня плохо слышишь? Я спросила, какой чек тебе больше всего понравился? А, какой чек мне Да, понравился? да. Мне понравился, Сколько? наверное, Вот какая сумма тебя впечатлила, и ты прям сказала, я хочу столько. ну, меня впечатлила, наверное, твоя сумма. То есть ты пришла буквально недавно, да, вот в компанию тоже. То есть Январь. немного прошло по времени. И сумма была ощутима уже на тот момент, по-моему, 200, да, если не ошибаюсь, 200, 300. Сейчас уже растет, растет все больше и больше. То есть у меня просто был шок. Шок от того, что можно зарабатывать активно, двигаться вперед, не стоять на месте, как, допустим, в том же найме, да? В найме фиксированная зарплата. В данный момент у нас зарплата держится на одном уровне. А в сетевом, то есть именно в Siberian Wellness, есть возможность безграничного роста, то есть ты можешь расти, расти, масштабироваться, ты можешь других людей учить тому же, чему тебя научили когда-то. То есть вот самое, наверное, главное вот это вот. То есть я Просто. никогда не думала, что вот так классно можно развиваться. Столько людей, столько знакомых. Вся страна. И не только наша страна, то есть столько знакомых за этот промежуток времени небольшой. То есть если вот так вот судить, то любой человек может выйти на доход, и я знаю, что девочки, которые некоторые пришли в апреле, в мае, они уже бизнес-тим 5 тысяч, то есть у них уже товарооборот просто ошеломительный. То есть Мария Асанова, допустим, пришла раньше меня, да, она в январе пришла. У нее товарооборот уже на бизнес-тим 5 тысяч, это огромные деньги. То есть она уже открыла Самозанятость. самозанятость, да. Второй месяц она получает зарплату, то есть она этому рада. У нее зарплата в Siberian Wellness больше, чем в аптеке, которая она на полставки работает, то что находится в декрете. То есть, а для меня это просто шок. То есть этот безграничный рост. И в этом месяце я решила, что я начну с самых первых дней, заварю купеческий свой такой котелочек. Первых же дней сделала, первого-второго числа я делала заказы, начала. Меня бизнес-партнеры мои опередили немножко, то есть сделали вперед меня заказики. Но я решила, что я тоже заварю свой горшочек.
и заказала все для себя, для своей семьи, то есть то, что нравится моим родным. Это классно. Инга, вот как раз вопрос по продукции. Все-таки ты можешь сказать как эксперт. Ты фармацевт, ты уже имеешь большой опыт работы в аптеке с лекарственными препаратами, и в аптеке тоже есть БАДы. Вот какое твое мнение профессиональное о продукции Siberian Wellness? И еще сразу вопрос прям задам, потому что они друг с другом будут связаны. Продукция людям нравится? Вот когда люди берут, какие отзывы, да, может быть, у тебя уже у твоих клиентов или в семье есть результаты. Расскажи, вот это прям очень интересная тема. Я всегда люблю сравнивать составы препаратов, составы БАДов. И я действительно делаю на протяжении вот этих 4 месяцев, я делаю сравнительный анализ всех БАДов, которые есть в аптеке, присутствуют, да? Допустим, в Siberian Wellness есть уникальные БАДы для зрения. Я вот просто заметила сразу, составы почитала, и БАДы, которые Siberian Wellness, которые разработаны для у нас для глаз, им нет аналогов аптечных. То есть нет такой концентрации действующих веществ, нет ни в одном БАДе аптечном. То есть это просто уникально. И люди, которые у меня приобретали БАДы, допустим, для того, чтобы снять нервное напряжение, тот же релакс-бокс, очень классные отзывы. Люди наконец-то стали успокаиваться. Покупатели мне пишут, что «Вау, я так кайфую!» То есть я просто летаю. Я отключаю все, что это. То есть никаких панических атак нет у человека. До этого были панические атаки постоянные. Постоянно ее мучило какое-то стрессовое такое состояние. Теперь она пишет, что у нее все хорошо. Здорово. То есть вот как-то так. И о каждом баде я слышу только положительные, именно касаемо Siberian Wellness, только положительные, только плюсы. Я сравниваю составы. Составы просто очумительные, потому что такая концентрация, такая степень очистки, нет дополнительных примесей. То есть очень важно, да, вот всякие наши наполнители, всякие ешки, зубные пасты вообще классные. Это вообще вот самое зубные пасты классные, шампуни классные, не содержат парабенов, там, сульфатов и т.д. т.п. То есть то, что вредно, не содержится. Скажи про уход за лицом. Ты уже что-то попробовала из продукции уходовой? У меня, мне кажется, уже все из Siberian Wellness, то есть крема для лица из серии Эксперальта Платин. У меня 2 вида кремов. Масочки, умывашечки из этой же серии Эксперальта Платинум, тушь, помада, то есть много-много-много чего. То есть я парфюм заказывал, но парфюм у меня не задержался, то есть он мне немножко не зашел, я его быстренько нашла человека, которому понравился запах парфюма, мне немножко не зашел. Ну, то есть каждый индивидуален, на каждом проявляется как-то, раскрывается по-разному. То есть вот как-то так. Ну, Ну да, парфюмы мне. это вообще отдельная тема. И здорово, что здесь есть большой выбор. Кстати, у меня сейчас гостья была, вот прямо перед тем, как мы с тобой созвонились, у меня была гостья, и ее больше всего интересовали ароматы. И ты знаешь, мы продегустировали всю мою коллекцию, а у меня уже большая, у меня уже 15 ароматов точно есть. Да, я фанат, я люблю ароматы. И ты знаешь, я удивилась, ей нравились все. Ну, только один чуть-чуть больше, другой еще больше. То есть, она говорит, Господи, какие они необычные, неординарные, какие они глубокие. И мне очень понравилось. То есть, она говорит, я знаю, я знакома с дорогими ароматами, с парфюмами, и я могу сказать, что эти ароматы на высоте, и очень хочется их попробовать. Так что ты просто, тебе нужно подобрать твой аромат, и тогда, конечно, с ним. Это очень важно, да, быть в гармонии с ароматом, потому что ароматы усиливают нас, да, или наоборот подавляют. Это классно. Слушай, ну мне очень нравится, как ты рассказываешь про продукцию. Теперь я понимаю, почему у тебя столько клиентов, потому что с такой, да, с такой любовью, с такой энергией ты об этом говоришь. И вот у меня вот такой вопрос к тебе. Вот смотри, есть очень много людей, которые сомневаются. Знаешь, в чем? Вот самый большой вопрос, с которым я сталкиваюсь,
не сомневаются в том, что они смогут работать с БАДами, если у них нет медицинского образования, то есть если они не фармацевты, не нутрициологи, то есть ну, никак не связаны с лечением людей. Скажи, это может помешать действительно или это миф? Как ты считаешь? Я считаю, что это просто миф, потому что в нашей команде есть экспертная группа, есть эксперты, с которыми можно проконсультироваться, есть горячая линия по продукции. В любой момент ответят на любой вопрос. То есть я несколько раз сама, как фармацевт, звонила по продукции, конкретно по приему. Я думаю, что ни у кого не возникнут проблемы. В нашей команде не только фармацевты, не только врачи, кстати, медицинские какие-то работники. У нас очень много мамочек в декрете, пенсионеров. Вообще любой человек сможет работать в нашей компании, потому что до такой степени все доступно. Любая информация, любой состав, любой, не знаю, все по продукции доступно. То есть любую информацию можно получить. Либо с горячей линии, либо непосредственно от экспертов, либо у нас огромные группы, где мы задаем друг другу вопросы, раскрываем. Есть также глобальные отзывы, то есть это очень большая группа. То есть у нас есть откуда получать информацию, любой человек сможет работать. То есть не обязательно быть врачом или медиком, да, чтобы. Ну, я тоже так думаю, потому что я далека от медицины, но это просто был и мой тоже страх, когда я шла в эту компанию. Я думала, что я не смогу работать с БАДом, с таким продуктом, что это, ну, как-то вот действительно это не мое. Но сейчас я понимаю, что это было мое заблуждение, моя какая-то придумка. Но сейчас я сама тоже классный результат получила от приема витаминов, БАДов, конечно, я в восторге. И завершающий вопрос. Скажи, пожалуйста, два вопроса. Что ты хочешь пожелать людям, которые придут или сомневаются? Ну, вообще вот пожелать. И расскажи о своих планах. Ну, во-первых, хочу сказать, что люди, которые придут в компанию, чтобы они не сомневались, все у них получится. Главное – это желание, стремление. И любое их какое-то начинание всегда будет восприниматься всеми очень хорошо. То есть мы друг друга поддерживаем. Это очень классно, это реально. Любой может добиться всего. Наши главные страхи у нас сидят в нашей голове. У меня тоже сидели, они поначалу очень так сильно меня держали, что я не могла проявить себя очень длительное время. Я боялась писать посты в ВК, боялась вести клиентский чат тот же, боялась выходить. Я даже до сих пор в прямой эфир ни в один не вышла. Я просто записываю распаковки, показываю людям, что я использую, чем я пользуюсь. И это очень классно. И Что мое тебе стремление. помогло со страхами побороться-то? Это очень интересно, я даже не знала. Ты так всегда естественно и легко в видеороликах, и сейчас мы общаемся. Как ты свой страх победила? Я, наверное, из-за того, что стала общаться с девочками. То есть я стала смотреть их ролики, твои ролики, Жени Гасюковой, Аня Быкова. То есть у всех смотрю, как кто себя ведет перед камерой. То есть это очень классно. Научиться разговаривать перед камерой на большую аудиторию. Это очень здорово. И моя мечта в июле научить моих бизнес-партнеров работать, масштабироваться. То есть не сидеть на месте, научиться зарабатывать деньги, потому что один бизнес-партнер в данный момент безработная. То есть для нее это вообще стимул. Я хочу научить ее работать, научиться вести клиентский чат, если она захочет это. То есть и масштабироваться, расти, расти, развиваться и помогать другим людям тоже развиваться. То есть привилегированные клиенты могут быть в любой момент бизнес-партнером, который сможет зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. То есть нужно масштабироваться, увеличивать свои масштабы, расширяться, помогать другим людям. То есть не сидеть на месте. Класс. Потому что одному человеку это очень сложновато.
Да, это ты правильно сказал. Тебя семья поддерживает? Ну, поначалу это был какой-то ступор, потому что не поддерживают до сих пор многие, потому что считают, что я просто непонятно, чем занимаюсь. Да, не... да, есть такие, которые из дальних родственников, которых я включила даже в клиентский чат, они молчат до сих пор, не сделали ни одного заказа. Но я отпустила уже этот момент, то есть я работаю с людьми, работаю, 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 масштабируюсь, развиваюсь, помогаю другим, то есть я расту, независимо на мнение других людей. Отлично. Ну Но что, хочешь еще что-то отзывы, сказать? Да, может быть, еще да, что-то хочешь. реальные отзывы от моей мамы. Она принимает БАДы Siberian Wellness, и хочу сказать, что ей все помогает. То есть реально вот давление, головные боли пропали. У папы сахарный диабет на фоне приема глюкобоксова. Очень хорошие результаты. То есть ушли отеки на ногах. Класс. Тяга к сладкому пропала. То есть вот я вижу результат. Результаты Самое классные. главное, скажи, как здорово, когда близкие становятся здоровее, да, это ведь, ну, это самое большое счастье. Я когда людям делаю поздравления какие-то, я всегда говорю, желаю тебе всего самого классного, и самое главное, чтобы твои близкие, любимые люди были здоровы, и чтобы у вас все было хорошо. И тебе тоже хочется пожелать в завершении нашей встречи, чтобы вот эта твоя безумная, приятная энергетика, твоя улыбка, твое сияние глаз, чтобы ты внесла людям вот это здоровье через слова, через твои знания, через твою экспертность, наработки, которые у тебя есть. Я считаю, что вот путь каждого человека, он ведет его к чему-то особенному. И мне кажется, вот эта твоя работа фармацевтом, это был как подготовительный этап к чему-то очень глобальному, к чему-то очень крутому и серьезному. И я тебя прям вижу на высоком уровне. Я думаю, что скоро приеду на вручение автобонуса. Вперед, Инга! Все в твоих руках. Спасибо тебе за участие, да, я думаю, что для многих людей твоя история будет очень полезна. Ну что, ребят, если будут вопросы, задавайте нам их под видео, в комментариях, да, всегда рады будем ответить. До новых На встреч! любой вопрос. Да. Спасибо, Лилечка. До свидания. Спасибо, да, до всего самого-самого.